Приветствую вас, друзья. Супер новости. 3 июня, в эту субботу, через 3 дня уже, таджикский боец Мухаммад Наимов выступит в организации UFC против Джейми Маларки. Это его дебют в UFC. Друзья, это супер достижение, потому что это уже 4-й таджик в организации UFC. И с ним параллельно в этом же карде выступает другой таджик Муин Гафуров. У Мухаммада Наимова оппонент австралийский боец. Он уже с 2019 года выступает в UFC. Его база джиу-джитсу, он черный пояс по джиу-джитсу, но он неплохо дерется в стойке. Даже он получил бонус за лучший, за самый зрелищный бой вечера именно в ударной технике. Поэтому я думаю, Мухаммаду Наиму придется напрягаться именно в этом бою, в этом дебюте и выиграть Джейма Маларки из Австралии. Друзья, поддержим Мухаммада Наимова и Муина Гафурова 3 июня в организации UFC. Это их дебют, и надеемся, что они победят в своих боях. Друзья, подписываемся на канал, ждем 3 июня. 2 таджика будут за вечер выступать в самой сильной, самой лучшей организации в мире. Друзья, подписываемся. Мира вам и добра.